Ну, просто правильно, да? То есть этот соперник делает ерунду, делаешь сталкеров. Вот, к сожалению, это такая истина. Вот, с другой стороны, в принципе, у него почти был немножко белки, я видел, статстрап такие играли. Ну, то есть, у него есть какой-то потенциал у такого билда, но вообще не очень. То есть, говорю, у него есть потенциал, только если против тебя открылись, вот у адептов тебя не давят. Сидит и хитрит. Так, надо от адептов стеночку сделать. И здесь хорошо контролить. О, батареечка, я понял. Отошел, полечился он. Уринан.
Пока что происходит? Он мне отдает просто юнитов за юнитом за юнитом. Он пытается спуститься, короче, 300 раз, но у него все размены у него в минус, короче, уходят. Я говорю, надо уметь маситься с одной базы. Вот вы пока не умеете маситься. Видите, вы даже сидя на базе можете, ну, проигрывать. Хотя у него в целом как бы хорошая ответочка была. Фух. Даркшайн или нет? Да, это крысиные страты, я вам скажу.